беспокойно, но не страшно. Да. Я чувствую себя в безопасности, я из Донецка. Вообще все это, конечно, отвратительная вещь. Война никогда не была хорошо. Ну, в такой ситуации может прилететь куда угодно, поэтому безопасность на 100% чувствовать себя достаточно сложно. А вообще все это, конечно, отвратительная вещь. Это отвратительная ситуация, когда на столицу что-то прилетает, где-то взрывается. Вот. И я еще раз говорю, что никто в этой ситуации не защищен, наверное, потому что мы же не знаем, куда что прилетит. Беспокойно, но не страшно. Но беспокойно, да. Например, я сегодня думал о том, чтобы купить защитную пленку на стекло. Ну, на окна. Чтобы осколки не прилетели в квартиру. А живете где-то рядом? Ну, на Воробьевых горах. Недалеко отсюда. Например, когда первый раз дрон прилетел в Москву, это было в 5 остановках от меня. Автобусных. Да. Я чувствую себя в безопасности, я из Донецка, я считаю, это просто мелкий инцидент. Ну и у нас ежедневно происходит куча обстрелов, когда людей убивают. Здесь просто ночной инцидент, прилетел беспилотник, он будет прилетать еще, я думаю, это не первый, не последний случай. К этому просто поменять отношение, и все будет нормально. Ну, конечно, чувствуем безопасности, но в любом случае война – это плохо. Война никогда не была хорошо. То, что происходит, происходит неизбежно, я думаю, поэтому дай бог, чтобы никто не пострадал в данной ситуации. Будем надеяться, но в защите однозначно мы себя чувствуем.